Вы знаете, что Союз Советских Социалистических Республик – верный союзник дела освобождения Палестины. С некоторыми из вас мы уже работали. И вы тоже меня знаете. Вы знаете, что Советский Союз был неумолим к тем, кто предает наше дело. Для предателей может быть один приговор – смерть. Глава египетского государства Анвар Садат решил отречься от нашей дружбы. Предпочел низкопоклонство перед американскими империалистами и превратился в прихвостня сионистских захватчиков вашей священной земли. Знаете, товарищи, мы предоставим неограниченную финансовую поддержку для того, чтобы объявленный приговор был приведен в исполнение.